А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал The Games Pro. Он играет в Майнкрафт, строит различные постройки, также начал играть в Pixelmon и делает небольшие обзоры на различные игры. Поэтому, если ты заинтересован, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию Пиксельмона, где сегодня мы будем продолжать ловить, искать и прокачивать наших покемонов. Но перед этим, как обычно, я хотел бы вам сказать то, что в этой серии нас ждет развлечение, какое вы можете узнать прямо сейчас. Ну что, ребята, а мы приступаем. Но я тоже бы хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем 1000 лайков на вот этой серии Pixelmon, то следующая серия выйдет в ту же секунду, как только мы это сделаем. Поэтому, когда она выйдет завтра, послезавтра или через неделю, зависит только от вас. Поэтому, ребята, не стесняемся и ставим лайки. Это, в принципе, также сделает приятно мне. Поэтому я еще раз скажу вам спасибо. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на вопрос своих подписчиков. Нормальные вопросы, а не там, Эдисон, привет, как дела? Если ты не веришь, то, в принципе, можешь даже написать свое сообщение под этим видео и посмотреть, отвечаю я или нет. И последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я прямо, вот тебя сейчас прямо прошу подписаться на этот канал, на мой канал. Я буду очень сильно рад, если ты вот это сделаешь. А мы, ребята, приступаем. Майнун, ла-ла-ла, какой-то бульдог. Что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы будем дальше прокачивать Риолу, потому что там осталось 197 счастья. Там еще 20-23 счастья, и уже у нас появится Лукарио. Да, ребята, Лукарио у нас уже будет в этой серии. Но я, если честно, не знаю, куда бы нам пойти. Давайте, может... Я бы, если честно, куда-то полетел. Нужно найти какую-то крутую точку, где мы можем летать спокойно. Там, где мы, во-первых, еще не летали. Там, где есть саванна. И там, где есть... Голдак, я там вижу. Там, где есть пустыня. Потому что в пустыне очень просто на земле найти... О, вот, не успел я вот это сказать, как уже на земле нашел один покебол. Не успел я, ребята, это сказать. Ладно, зараза, нападай на нас. Знаете что? Давайте мы пока что не будем спешить. Быстренько пойдем домой. Зачем? А затем, чтобы... Слушайте, я почему-то давно уже хочу сделать лифт дома, но я всегда забываю. Я всегда, мать твою, забываю. Сейчас, ребята, лифт вроде делается, как я знаю, вот так. Да! Элевейтор. Я просто, знаете, вот тут не люблю бегать по этим лестницам. Вот где-то вот тут в углу сделать, например, где-то вот тут, что ли. Вот так. И чтобы мы просто-напросто... Тю-тю-тю. Вверх-вниз, вверх-вниз. Давайте еще возьмем... Так, ладно. Место вот это сюда выложим. Это сюда. Экспешер. Экспешер на кого бы одеть? Экспешер пока что не будем одевать, потому что мы все-таки Риолу прокачиваем. Давайте сначала выложим все шмоточки, потому что мы сейчас пойдем дальше на охоту. Охоту. А, тут больше ничего. Вот это вот сюда. Где наши темки? Темки вот сюда. Замечательно. И различные блоки вот сюда. Круто. Все? Все выложили. Ну, там еще хлам у нас есть, конечно, но мне кажется, хлам можно просто-напросто продать. Я взял, да, я взял редстоун. И, допустим, вот сюда, ребята, как думаете? Ну, как-то я не знаю, честное слово. Мне кажется, это даже можно было бы не ломать. Допустим. Допустим, это сюда. Допустим, вот так, да? Я правильно? Я просто сейчас, ребята... Это у нас где находится? Вот это хреново, потому что это сразу у нас на входе будет. Сразу у нас вот тут будет стоять. Это не очень круто. Я был бы рад, если бы где-то вот тут сбоку. Где-то, например... Где-то вот тут, да? Было бы круто, но то, что у нас там вроде ничего сверху нету, давайте еще посмотрим. Давайте скрафтим еще один. Замечательно. И редстоун. Вот так, еще один лифт.
Еще один лифт. И быстренько еще продадим вот это все, чтобы у нас просто-напросто не лежала куча лишнего хлама в инвентаре. И замечательно. Так, все. А где у нас? Где у нас? Где у нас? Где у нас? Сейчас давайте это сюда. Вот туда. Хреновенько. Было, мне кажется, вот тут может. Вот смотрите, сейчас это давайте вот сюда вернем. А сюда, допустим... Ах ты, мать твою, напугал. Вот так. Ага. Вот лагает у меня почему-то дома, мать нафиг, всегда. Я не представляю, если честно, почему у меня всегда дома так лагает. И в предыдущем сезоне было такое, помните, ребята, в предыдущем сезоне я всегда думал то, что лагало из-за того, где? Вот тут? Нет, вот туда. В предыдущем сезоне я всегда думал, что лагало из-за того, то, что... Потому что у меня даже без шейдеров лагает. Я, ребята, честное слово, не знаю. Опа. 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 Второй этаж. Опа. Первый этаж. Второй этаж. Первый этаж. Зашибись. Вот тут прям не очень-то круто. Можно еще даже вот тут сделать, да, чтобы просто-напросто так противоположно было. Вот, например, где-то вот тут. Хрен его знает, честно, ребята. Ну, пока что пускай будет вот тут. Тут даже очень так прикольно. А если коврик сюда сделать, будет ли так круто? Не знаю. Ребят, у меня даже без шейдеров тут FPS 20 FPS. Это не очень круто. Я не знаю почему. Потому что даже в предыдущем сезоне у нас дома было около там, хрен его знает, честно, ребята. Тоже так 20 FPS. Я думал, что это за статуи, потому что в предыдущем сезоне у нас был большой музей, куча статуй. А я думал, что это из-за этого очень нагружает майн и очень глючит. Но в этом же сезоне у нас никаких статуй нету, хотя у меня такой же FPS, как был в предыдущем сезоне. А если я пойду куда-то в другой биом с теми же шейдерами, то у меня там 100 FPS. А дома без шейдеров 20 FPS. Из-за чего такая нагрузка? Потому что даже если я удалю вот этих NPS-ов, то нагрузка и так будет 20 FPS. Я тогда не знаю, может за приконов, ребята, может... Ну, может даже, да, может даже из-за них, или может просто-напросто, что много тут всякой постройки, фиг его знает, честно, ребят. Я не знаю. Вот это круто! Вот этот лифт мне, если честно, уже нравится. Так, это выкинем, вроде все, да? Да, в принципе, вот это выкинем. Вроде все. Ну что, ребята? Ну что, ребята, мы топаем на охоту. Ой, давайте еще раз вот это поменяем. Это вот сюда. Это. Сколько у нас там осталось? 169 убийств, и мы сможем заспавнить Забдуса. Ну просто мы снабл... Мы просто такое время опять офигенное выбрали, когда вот сейчас ночь будет. А ночью я, если честно, не имею желания никуда уходить. Ночью я хочу поспать. Ух, 49 уровень. Стоять. Вот. Ух ты, 71 уровень наша по Чирису. Я, если честно, даже как-то провтыкал, что она уже такой большой уровень. 71 уровень, еще 29 уровней, и мы, ребята, будем дропать мастерболы. Хотелось бы верить. Ну ладно, заходи в гости, даже не попросил, не спросил, там можно, нельзя. Наглёшь, что поделать. Так, все. Вот сейчас, ребята, мы 100% куда-то идем. Это сюда можно. Так, у нас есть мастербол. Ну, может, даже на всякий случай. Ну, на всякий, если вы понимаете, о чем я. Или же, когда мы уже прокачаем... Так, тут никого. Орб, то мы сможем заспавнить Забдуса. И вот тогда мы уже И используем этот мастербол. Вот сейчас я тут летаю, ребята, у меня лагов нету. Вот сейчас я летаю, лагов нету. А когда дома нахожусь без шейдеров, то лагов больше, чем сейчас в пустыне с шейдерами. А ты, зараза, какой уровень? 5-й, да. Я думал, сейчас там будет какой-то крутой 40-й, 45-й уровень, ага. 5-й, а не 45-й. Магмарушечка, иди-ка ты сюда, Риолу. Форспам, кика, так, давайте вот это. И еще раз вот это. И еще раз вот это.
Твою мать. Ладно, нужно было бы сразу менять. А, давайте вылечим. Опа, 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 и потопаем. Тропинч, ребят, мы словили, да, вроде, да, мы тропинча словили в предыдущем. Вот видите, в пустыне очень просто найти покебулы. Очень просто. Очень и очень и очень просто, потому что они тут прям выделяются, да, вот все белое такое, ну, желтоватое, не прям белое. И красный покебол. Как я эту чурку ненавижу, только за того, что у него такой противный голос, что это с ума можно зайти. Ой, ты чукча. Ты противная чурка, честное слово. Он меня так бесит, вы себе, ребята, не представляете. Почему-то именно у него, то есть другие покемоны вообще толком не разговаривают. А вот этот прям паскуда такой разговорчивый, что прям замены ему нет. Флай, флай, флай. Как он бесит. Так, давайте дальше полетели. Вот в этого соломенца прям крылья такие огромные, что если ты летаешь от первого лица, то ты вокруг себя ни хрена не видишь. Нужно от третьего лица летать. Эти бьются, но там магма 27 уровень, я не вижу смысла на него нападать. В принципе, вот тут в этом лесу... А у нас есть Big Forest? Нет у нас, ребята. Вот тут мы, в принципе, можем и остановиться и сделать себе, допустим, Desert. Desert и Big Forest, допустим, так будет, да? Вот так, замечательно. А потому что в этом лесу мы сможем найти Иви, да? То есть она там спавится, ну, не скажу, что прям очень редко. Если честно, то очень даже часто. Но проблема в том, что ее сейчас тяжело... Ух, ни хрена себе тут красиво. Ну, и там бы точку найти какую-то для скрина. Это там очень тяжело найти, потому что, ну, по сути-то, лес он огромный, там большие деревья, и хрен там сможешь что-то рассмотреть. Даже когда у нас был покерадар, то и мы хотя и видели, что там находится Иви, то сложно было рассмотреть, потому что большие деревья нужно было ходить и искать. Ну иди ты, куда ты, засал, я вижу, что засал. Ух ты нафиг. О! Ладно, допустим, ничего не случилось. Бежим дальше, потому что я, если честно, не понял. О, смотри, что нам выпал. Нетбол нам выпал. Давно нам что-то вроде не выпадало, как я понял. Как я помню. Так, ну тут ничего нету, мы уже отсюда можем возвращаться. Покеболов я пока что, по крайней мере, не вижу. Ребята, смотрите на землю, может, вы вдруг увидите покеболы. Если увидите, то потом напишите в комментарии, на какой секунде вы его увидели, и я потом туда вернусь и, может, его даже заберу, потому что в верхнем углу там написано, на каких координатах мы находимся в данный момент, поэтому просто потом будет найти и вернуться обратно и забрать вот тот покебол, чем искать новый, да? Так, тут ничего, может, нам даже почаще стоит летать возле Desert Hills. Возле Desert Hills нам, может, даже почаще стоит летать, да, потому что, может, все-таки кто-то там жопу свою да высунет, и, может, кто-то там все-таки да и заспавнится, будем надеяться. Так, это сюда, ой, 15 уровень, ну, 15 уровень, конечно, нифига, но с этого 15 уровня нам выпало 4 монетки за то, что мы его один раз стукнули. 37 уровень, его мы тоже раз стукнем. Сколько там счастья в... Твою мать, в Риолу, мне кажется, там уже около 200, 205, 10, нет, 199, твою мать, ладно, ребята, до конца этой серии мы прям обязаны уже эволюционировать Риолу в Лукарио, прям на 100%, если мы вот это не сделаем, то значит серия не закончится, да, мы прям обязаны вот это сделать. Магмар, ты какой там уровень, если большой, то мы тебя сейчас надерем. 40, да, в принципе. В принципе, большой, можно и так. Да ты твою нафиг. Вот. И сейчас по черису мы тебя запинаем. Я надеюсь. Да, с двух ударов. И нам дало 2000 с чем-то там опыта. Так, ребята, вот Desert Hills. Да, это Desert Hills. Desert Biop. Так, сейчас давайте.
Это Desert Hills. Да, все-таки, может, кто-то тут имеет желание, я не говорю прям так, кидаю словами, да, там, прям... В прямой речи, кто? А? Может, кто-то, просто имея такое небольшое желание вылезти. Вот, это походу твой домик, да? Чувак, это походу твой домик тут. Вот, ребята, где мы нашли дом легендарного покемона. Вот это прям, знаете, как реально выглядит такой дом? Desert Hills, где спавнится Гроудоша. Это прям, знаете... Прям выглядит как его дом, я не знаю, почему-то у меня такая ассоциация. То, что вот тут прям такой большой гигантский спуск вниз, если учитывать размеры самого Гроудона, прям жиртрес такой, да, большущий. И там такой небольшой спуск в шахту, да, то есть, ну как небольшой, большой, потому жирный, как я уже сказал. То, что Гроудон сам, о, нам еще выпал дайвбол, а то, что Гроудон сам по себе такой не маленький, да. То почему-то у меня такая ассоциация, то что это дом. Да вашу мать, я хочу вверх подняться, все падаю ниже. Ну, в смысле, вот тут, на этой горе. И вот тут, ребята, смотрите, какой спуск. Ой, да не хочу я в гости к Гроудону. То есть я хочу, чтобы он вылез, но я не хочу идти к нему. Может, он там как раз завтракает, а мы ему помешаем, и он нас схавает, что ли. Так, давайте, ну ладно, будем надеяться, что он когда-то отсюда вылезет. Будем надеяться. Я не знаю, когда это будет, но все же... Будем верить. Так, ребят, смотрим на землю. Нету никаких боссов, нету никаких покеболов. Сколько там? 203. В принципе, еще 17 нужно, да, как я понял. А, нам нужно еще, знаете, что найти? Нам нужно еще найти биом, где спавнится... Вот это, как его там? Где спавнится Селеби, да? Опа. А тут круто. А тут круто. Хотя... Если бы где-то вот так, где-то вот так какой-то такой скринчик сделать, да? Ну ладно, это тогда потом. Хотя, тут вроде прикольно. А ну, ребята, сейчас. Ну что, ребята, мы продолжаем. Тут скриншотик такой крутой получился, потому что такие всякие виды тут крутые. И мы потопали дальше. Маровак. Нет, ребята, знаете что? Все-таки давайте быстренько. Быстренько мы уже докачаем Риолу, потому что... Серия, ну, я не скажу, что прям уже к концу подходит, но все же мы очень затягиваем, да, поэтому нужно немного поторопиться, чтобы успеть. Сейчас еще как раз назло, ночь уже наступит, а ночью я не люблю вообще играть, ну, в смысле, тут бегать туда-сюда. Так, залезай, мы тут еще не были. Вот и спускаемся. Тут прям шейдеры, ай... Тут реалистичное, да, то, что тут солнце откуда-то светит. Я не знаю, честно. Так, это забираем. Тут у нас что? Infinity 1. Ну, это нам, если честно, нафиг не нужно. Даже алмазная броня лошади нам, если честно, тоже нафиг не нужно. Книжка нам тоже не нужна. Ну, просто посудите, зачем это нам вообще? Что мы с этим делать будем? Что мы чарить будем? На какой лошади мы летать будем, да? Потому что все-таки у нас есть летающие покемоны, зачем нам лошадь, да? Да в принципе, если бы она нам даже была бы нужна, то она тут, по сути-то, и не спавнится. Так что никакой лошади мы никогда тут и не встретим. Саламенс. Тайфлоужен 42 уровень, нужно его будет бы, было бы, и нужно будет прокачать хотя бы 50. Хотя бы 50-му. Ребята, может, давайте вернемся домой? Я так не имею желания ночью что-то делать. Это прям жопа, если честно. Так, давайте, например, вот тут быстренько создадим какой-то бла-бла-бла. Быстренько enable, быстренько домой, быстренько поспим. И сразу туда вернемся. Это, в принципе, займет там две... Ой, это займет тут секунд 20, и мы сразу же вернемся туда. Давай, круто. И вот мы уже вернулись, ребята. Замечательно. Так, ну что? Так, это давайте еще сюда. Ребят, нужно докачать Риолу. Риолу нужно докачать. Боссов нету никаких, в принципе, как обычно. Давайте нам каких-то больших уровней, а то, как я уже сказал, до конца серии нужно Риолу уже докачать 1000000%. Знаете, ребята, вот нужно найти еще биом, где спавнится Селеби. Потому почему-то я его очень
долго не могу найти. Вроде у нас уже есть все биомы, ну, кроме грибного, потому что... Грибного нету биома, ну, потому что он просто-напросто нам не нужен, можно и так сказать. И нету еще биома мега-тайга, да, супер-тайга, или как она там, хотя не знает, называется. Я не знаю, то есть там вроде каких-то особых покемонов нету, которые там спавнятся только там и больше нигде, только там. Вроде таких покемонов нету, но все же. Но это кто там у нас? Ух, ни хрена себе, сколько вас там. Ты не Урса, жопочник такой большой. Давай мы тебя сейчас запинаем. Ни хрена себе, прям Мишка. Мишка большущий такой. Паскуда, я хотел прокачаться. А ты мне не дал прокачаться. Еще раз давай его стукнем. Давайте его стукнем. Confuse Ray, Hypnosis, Spite, бла. Вот так, замечательно. Вылечим Тедюрса. В принципе, можно будет, да, ребята. В принципе, можно будет даже словить Тедюрсу, но потом. Но потом, сейчас я не хочу. Давайте сейчас, если мы сейчас не найдем каких-то больших уровней, что, в принципе, вряд ли и будет, да, потому что, ну, хрен тут вообще что-то увидишь, то мы, наверное, пойдем сейчас зимний биом, быстренько там пылесосиков поубиваем, чтобы уже наконец-то качать Риолу. Опа, джунгли какие-то красивые. Мью, давай, вылезай, паскуда. Вылезай, вылезай быстро. Мы знаем, что ты где-то тут прячешься в кустах, да, ребята? Мью всегда... Опа, нет, это не, нет, не биом, где Селеби спавнится. Мы всегда знаем, что ты где-то прячешься, Мью, где-то тут в кустах между этих... больших деревьев, да, где-то тут она все-таки есть, но, хрен она когда-то вылезет, ну, может так, когда-то, да, но, 100% что не сейчас, да, потому что в этом сезоне у нас еще Лейкен, которые, ну, спавнятся сами по себе, да, там, ну, как Гроудон, как Киогр, как Мью, еще не было, да, то есть мы еще их, если честно, даже не находили и даже не видели, потому что все-таки спам, наверное, порезали разработчики Пиксельмона, с каждой серии они все больше и больше и больше и больше и больше режут спам, шанс спавна легендарных покемонов, поэтому, да, поэтому, ладно, давайте не будем тянуть, давайте быстренько, вот тут, хотя, нет, тут ни хрена нету. Босики, нету никаких босиков, пожалуйста, ребят, я бы так хотел босиков каких-то. Я бы так хотел каких-то босиков, но босиков нету. Босиков нету. Ладно. Так, скриншотик еще один попер. Ладно, давайте быстренько уже тпхнемся в зимний биом, потому что серия уже там сколько? Серия уже, в принципе, нормально залагал. Нет, не залагал. Нормально уже так длится, поэтому, ребята, нам нужно еще прокачать Риолу. В этой серии я говорил то, что нужно будет прокачать Риолу. 201 счастья. Вроде 203 же было, или я что-то забыл. Или оно у нее упало, фиг его. У него, не в нее. Быстренько дайте нам каких-то больших, мать его, уровней, чтобы мы уже наконец-то докачали Риолу и потопали дальше. Но как назло, ребята, вы знаете, что сейчас никого тут не будет. Поэтому все-таки у меня есть такое ощущение, что нам отсюда тоже нужно, как ни странно, валить. Нужно валить вот сюда. Да, вот сюда нам нужно. Тут, в принципе, не скажу, что больше каких-то больших уровней. Хотя... Если мы Райдона найдем... Вот, 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 как я уже сказал. Вот. Быстро, 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 быстро. Ах вы паскуда. Если бы ее еще между собой не сражались, было бы вообще круто. Не убивайте нас, пожалуйста. Нам только Риолу прокачать. Это очень быстренько. Ну, я надеюсь, да. Я надеюсь, что это быстренько. Тайфлоужен. Ну, в принципе, с Свифтом. Вот этим, да, можно и... Да, можно его убить. И нам даже дало сколько там? 1600 опыта. 1600 опыта. Дактрио, давайте, в принципе, даже Дактрио убьем, как ни странно. Мы на Дактрио вообще никогда... Да твою мать, да я что, вообще пока что никого в Риолу не могу убить, да? Того же Дактрио. Сакер, сакер, панч. Ладно, это нам не нужно, давайте быстренько... Быстро
Быстро я сказал, ребята. 48 уровень агрон, ни хрена себе. Агрон у нас уже есть, поэтому не... Ух, да, я вспомнил то, что агрона мы толком вообще никогда убить не могли. Вроде. Но он горит, как я понял. Да, мы его подожгли, поэтому... Да, Тайфлоужен выиграл, ребята. Тайфлоужен выиграл, поэтому Тайфлоуженом мы, в принципе, его сможем сейчас забабахать. Ребята, быстренько смотрите, нету ли каких-то больших уровней. А то серия с каждой минутой все больше и больше становится. То есть больше и больше... О, круто. Больше ее и больше нужно будет заливать, а мне ее еще сегодня залить нужно будет, по сути. Белдум. Белдум. Белдум, это очень... Вот этот покемон, кто, но Белдум очень просто ловится, то есть, ну, там ничего сложного нету. Да, вообще ни хрена сложного нету. Я бы, если честно, мог сейчас попробовать потратить на него там пару стаков пикболов, но не хочу. Потому что, ребята, он не просто ловится. Кому-то, может, повезет, и он его словит с первого квикбола, но кому-то, может, не повезет. В принципе, он так же ловится, как легенды. Поэтому, ребята, ну, он так же ловится, как легенды. Вы можете, конечно, словить легенду там, хрен его знает, с одного квикбола, если вам очень сильно повезет. Но это же легенда. То есть, даже иногда обычные покемоны... Я не могу менять покемон, вашу мать. Даже обычные покемоны иногда ловятся там с 10, да почему, твою мать, с 10 квикболов, да, когда попадаются какие-то засранцы. А что говорить о, вот, идем сюда, а что говорить о легендарных покемонах, да, это вообще жопа. Саламёж 57 уровень, ни хрена себе. Сейчас мы тебе по жопе твоей-то синей настучим. Настучим. Да, я просто уже так думал, ни хрена себе, он еще сейчас нас убьет. Сколько там? Да твою мать, да твою мать! Так там уже... Я что-то вообще не понимаю. Было... Он... Что, Риолу еще ни один уровень не получил? Я как-то не могу понять. Я вдуплить не могу, если честно. Вот. Сейчас 204. Ух! Нет, все-таки я уже сказал то, что в этой серии мы должны, прям должны, ребята, прокачать Риолу, точнее не прокачать, эволюционировать в Лукарио, поэтому, ребята, я свое обещание сейчас попытаюсь выполнить. А ну давайте, я еще вернусь. Опа, ребята, пока я прокачивал Риолу, у нас уже эволюционирует Гастли, потому что я его случайно выкинул в бой, и как видите, там в чате сейчас только что было написано, то, что Гастли там получил сколько-то там умения, и сейчас он уже наконец-то станет Хантером, да? Потом, в принципе, мы его поменяем себе на Генгара, но это будет уже немного позже. Вот он, Хантер. Вот это Рио, вот сейчас убили покемонов. Давайте, в принципе, я, ребята, наверное, вот так немного покачаюсь, потому что все-таки это затягивает немного. А я, как уже сказал, хочу в этой серии уже наконец-то прокачать Риолу, эволюционировать, точнее. Ух ты, ни хрена себе, ни хрена себе. Чувствую я, что мы его вообще никак убить не сможем. Ну хотя сможем. Мне просто интересно. Нормально ли с него опыта даст? 2000, вот нормально. Сколько я уже качаю? 210 счастья, ребята. То есть, сейчас уже будет, по сути, эволюция, да? Стоять. Да залезть. Вот вы да, такие мелкие. Охренеть, червяки конченые, а. Пока с ними ступишь в бой, это с ума можно сойти. Ребята, еще 10 счастья, по сути, осталось, и тогда мы уже сможем эволюционировать. Тогда, когда будет, сколько там, у Риолу будет 220 счастья, да, то после этого на следующий уровень уже наконец-то произойдет эволюция, как я помню, да. Поэтому, ребята, будем сейчас смотреть. Мне, вот кто-кто, но Соломенс тут реально тащит. Вот он прям нереально тащит. Мне кажется, можно его даже будет потом прокачивать все больше и больше. Но я также хочу по Чирису прокачать как можно больше тоже. Так, кого я там кинул? Хантера, не нужно нам Хантера. Да почему я не могу вашу мать Соломенса? Нам нужно тоже будет как можно больше прокачивать по Чирису. Охренеть, как можно больше, ребята.
Потому что все-таки это... Ну, хотя бы хочу сделать, чтобы она была там 90 уровнем. У нас там вроде... Вот, ни хрена себе. У нас там есть какие-то... Сколько? 213. У нас есть там какие-то... вот эти... Каких-то... конфетки, да, в сундуках где-то они там валяются. Или в бэкпаке у нас. Там вроде около 20 конфет. То есть, если получится, то мы с 80 уровня сразу затолкаем по чирису на 100-й. Вот потом я просто-напросто хочу, ребята, посмотреть, будет ли там вообще что-то крутое выпадать. Да. Потому что может, ребята, даже что-то будет. Так, 58 уровень, давайте мы тайфложена. Вот так, сейчас тайфложен тут, я надеюсь, затащит. Да, затащит. 2500 опыта. Риолу, и опять давайте тайфложена. Мать, я же сказал Риолу, и потом опять давайте... Ага, круто. Я понял. Ну, да, против Агрона... Да твою мать, он с нас как будто что ли прикалывает. Да, я даже не могу с ним в бой вступить. Он, короче, какой-то большой самый тут приколист, я вижу. Что самое главное, он 59 уровень, то есть... За 59 уровень нам бы охренеть, сколько опыта бы дало. То, что я боюсь того, что мы его сейчас убить не сможем. Потому что мы не можем тайфложа накидывать. Хотя, да, круто. Тоже, да, тоже 2500 опыта, не прям супер-пупер. Вот так. А сколько, ребята, сколько? 216. Охренеть, Сирия уже, наверное, там, я не знаю, полчаса будет. Поэтому, ребята, если вы рады тому, что Сирия такая большая, то поставьте лайк. Я тоже так же... Ой, стоять. Я также буду этому очень сильно рад, потому что, по сути, если вам нравятся большие длинные серии, то я, ребята, буду их делать для вас. Все, что от вас требуется, просто лайк поставить. Я увижу, да, то есть, какие серии вам нравятся, там, 20-минутные или там 35-минутные, что, в принципе, ну, реально иногда сложно делать. Так, Соломенс у нас уже 51 уровень. Так. Он убил Соломенса, охренеть. И сейчас по Чирису. Замечательно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Вот там еще Соломенс, охренеть, просто большие. Ладно, посмотреть мы всегда сможем. Просто тут большие уровни, знаете, покемоны могут-то пропадать. Зачем мы будем терять покемонов, если мы их можем убить? Зачем мы это будем делать, если мы их можем убить? Соломенс, вот так. А то мы сможем забрать еще, в принципе, скоро, я надеюсь, да? Да, Соломенца мы сможем тоже быстренько убить. Замечательно. 2000 опыта сколько? 219. То есть, как я понял, Риолу еще нужно 2 уровня. Еще 2 уровня, и Риолу уже наконец-то сможет стать Лукарио. 56 уровень. Ни хрена себе. Вот прям какое-то испытание, ребята, знаете. То есть, охренеть. Сейчас. Да, можем даже. То, чтобы прокачать так Риолу 220 счастья, это охренеть просто. Да твою мать, я тайфложен, иди на замену, что ли. Вот так. А давайте посмотрим, что у нас тут внутри есть. Если ни хрена тут нет, потому что мы уже вот это облутали, ребята. Мы уже вот это облутали, поэтому я так туда долго и не хотел идти, потому что я уже подсознательно знал, что мы там уже были. Поэтому я, ребята, туда даже не хотел и идти. Опа, прям в голову. В голову. Да твою мать, ну иногда вот это, знаете, вот я нажимаю, я не могу сейчас выбрать этого покемона, потому что, ну, хрен его знает, может там какая-то защита у этого, то есть он не хочет сражаться против Тайфлоужена, ну, в принципе, понятно почему, потому что он его надрючит с пару атак, но почему-то именно он, да, хоть мы с ним еще как будто в бой не вступали, но он уже почему-то на него какой-то блок поставил, что, мол, нет, чувак, я с тобой сражаться не хочу, извини. Так, вылечим сколько? 209, твою мать, я думал, это у него эволюция, но это не у него эволюция. Босики нету. Я так давно уже босиков не видел, ребята, вы себе просто не представляете. Вот там еще один Лайрон. Давайте его убьем тоже быстренько. И посмотрим. По Чирису он прям понятно, что медленно качается, но я не думал, что настолько, да, то есть после таких больших уровней, то, что она уже там 70 уровень, вот, ну, реально очень хреново начинает идти.
О, вот сейчас с одного... А, наконец-то! Я уже думал, этого сегодня никогда не произойдет. Да, ребята, Риолу эволюционирует в Лукарио. Да! Наконец-то! Я думал, там еще два уровня нужно будет, то есть к 46-му, но все же к 45-му только. Круто. Лукарио. Хреново то, что у Лукарио сейчас close combat'а нету. Мы его, наверное, как-то профукали. Вот это 60, вот это ни хрена, вот это ни хрена. А может потом еще будет, фиг его знает, честно. Честно, ребят, я не могу знать. Потом посмотрим. Ну, вы сами видите, а close combat'ом он его бы захреначил, мне кажется, с одного удара. Ну ладно, мне кажется, на этом, ребята, уже можно действительно заканчивать, потому что серия уже больше, чем полчасовая получилась, поэтому реально на этом уже можно заканчивать. Ребята, я хочу вам сказать спасибо за просмотр. Как я уже сказал в начале серии, как только мы наберем 1000 лайков там вот этой серии, то в ту же секунду выйдет следующая серия. Сколько у нас осталось? Да твою нафиг. Сейчас, давайте еще вот этого запинаем, паскуду, который не даст нам серию закончить. А сколько у нас там? 122 убийства, то есть нормально. Ладно, ребята, как я уже сказал, 1000 лайков, сразу же выходит следующая серия Пиксельмона. Когда это будет, зависит от вас, то есть или завтра, или послезавтра, или через неделю. Зависит только от вас. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на вопрос своих подписчиков. Если ты не веришь, то прямо сейчас можешь оставить свой комментарий под этим видео. Ну, какой-то нормальный, а не там «Привет, Эдисон, как дела?», да? И я на него отвечу, и тем самым я пообщаюсь со своими подписчиками. И последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я вот прямо тебя, чувак, вот прям я на тебя смотрю. Хотел бы тебя попросить подписаться на вот этот канал, на мой канал. Я буду очень сильно рад, если ты вот это сделаешь. Ребята, мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.